Вашингтон, 26 июня, РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность действиями просирийских сил на юго-западе Сирии на встрече с королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном во вторник, говорится в сообщении Белого дома. Президент Трамп подчеркнул свою цель – противодействие пагубному влиянию Ирана в Сирии и везде на Ближнем Востоке, а также выразил обеспокоенность нападениями на юго-западе Сирии, сил, РЕД, находящихся на стороне сирийского режима, сказано в сообщении. Ранее Госдеп заявил, что США обеспокоены сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. В этой связи официальный представитель Госдепа потребовала от России повлиять на Дамаск, чтобы тот воздержался от ведения боевых действий в этом регионе. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»